В команді Харківської обласної державної адміністрації. Уже второй сезон школы лидерства, которую мы открываем совместно с органами государственной власти, местного самоуправления, состоявшимися бизнесменами, политиками, лидерами гражданской мысли, а также со студенчеством. Мы открыты, мы готовы самых успешных студентов и самую активную молодежь принимать в свою команду. В команду областной государственной администрации, в команду президента Украины, в команду новой генерации, которая руководствуется новыми подходами, которая готова реализовать новые идеи и которая не боится их озвучивать. Мы именно такие. Мы готовы нашей командой поделиться теми успехами и теми наработками, и теми возможностями, которые есть у каждого из нас. Я надеюсь, что это время вы проведете с пользой. Эту возможность, которая сегодня откроется перед вами, вы не упустите. Так, как не упустили ее в прошлом году 4 команды, которые успешно реализовали свои проекты в области охраны здоровья, культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства. Это все сегодня открыто перед вами. Не упустите свой шанс. К финалу дойдут сильнейшие. Проект щодо житлово-комунального господарства, реформування системи. Ми точно розуміємо роль і функцію кожного члена команди, працює на результат, розуміє, хто у нас лідер, яку тенденцію він задає, куди ми двигаємося. В бізнесі чоловік, в принципі, ні від кого не залежить. Залежить від якоїсь внутрішньої середи, я маю в виду закони. Пройдет несколько этапов. Первый этап – это теоретический, где они смогут понять основы государственного управления, зарядиться энергией от успешных людей из местного самоуправления, государственной службы, возможно, бизнесменов. Затем будет возможность попрактиковаться в структурных подразделениях областной государственной администрации. И третьим этапом будет реализация своего личностного проекта, который даст возможность показать, какие навыки уже приобрел студент, что он может предложить и чего достигнет по итогам даного проекта. Також ми плануємо зробити молодіжне таборування влітку, де вже розроблені учасниками проекти разом з професіоналами обласної державної адміністрації, скажімо так, в неформальній такій обстановці, в таборній, будуть разом з експертами доточуватися. Після цього восени ми робимо презентацію проєктів перед головою обласної державної адміністрації. Переможці проєктів отримують підтримку Юлії Олександрівни Світличної в їх реалізації, а троє кращих учасників отримують стипендії. Отримувати їх будуть протягом року щомісяця за рахунок коштів, які дають наші партнери. Нашою ціллю поступлення сюди на проект було в першу чергу підчеркнути щось нове для себе, отримати необхідні знання, які в подальшому допоможуть себе реалізувати, примінити їх найголовніше на практиці. Проект на самом деле дуже цікавий, дає для тебе нові можливості. Ці можливості вже бачимо і відкриваємо. Дуже цікаве спілкування з такими ж єдиномислями, як ти сам, і з представителями органів державної влади. Поэтому, ну, посмотрим, что принесет проект, как будет развиваться дальше. Сюда пришел, чтобы, возможно, реализовать какие-то свои проекты. Волонтерские, общественные, культурно-массовые, а также проект, направленный на улучшение жизни в городе и в области. Именно вот погрузиться в работу, увидеть работу изнутри, а в дальнейшем приобщиться к этой работе, конечно же. Я жду новых идей от студентов, а мы дадим им все возможности, которые у нас есть. Спасибо большое. Спасибо.